Две недели назад я сделала лазерную коррекцию зрения методом SmartSight. И с детства у меня было плохое зрение. Это и близорукость, и астигматизм. Я ходила в очках, в контактных линзах, но это не давало мне полной свободы, которой мне хотелось. От линз у меня очень сильно болела голова, потому что я все время работаю за компьютером. Но у меня была большая дилемма, потому что мне нравилась одна клиника – это врачи, оснащенность, опыт работы. А в другой клинике мне нравился метод, которым, ну, который меня привлекал и которым я хотела сделать лазерную коррекцию. И вот я увидела рекламу о том, что появился новый метод SmartSight. Это и есть усовершенствованный смайл, который я и хотела сделать ранее в другой клинике. И как будто бы все совпало, я решила, что время пришло, нужно делать лазерную коррекцию. Записалась на диагностику, все прошло хорошо. Через пару дней я уже записалась на коррекцию зрения. Все прошло абсолютно безболезненно, очень быстро, хотя я сильно нервничала перед этим. Даже через пару часов я умудрилась сходить в кафе перекусить и при этом чувствовала себя достаточно хорошо. Зрение было хорошее через пару часов, а на следующий день у меня был осмотр, на котором я уже очень хорошо видела, и это было для меня просто как чудо какое-то. Сейчас пока рано судить о полном восстановлении, потому что прошло слишком мало времени, но я уже могу сказать о том, что это поразило меня, и я очень счастлива от того, что я вижу. Спасибо Экселеру.